Приветствую вас на своем канале. Давайте сегодня приготовим из одних и тех же продуктов два разных завтрака. Готовим гуакамоле. Для этого нужно авокадо, помидоры, соль, черный перец, сок лимона и соус песто. Как готовить соус песто? Рецепт есть у меня на канале. Ссылка в описании. Для начала авокадо режем пополам. С помощью вилки делаем из него пюре. Добавляем сок лимона. Солим. Перчим. И добавляем соус. Все перемешали. А сейчас нарезаем помидоры мелкими кусочками. Добавляем помидоры. Перемешиваем. Гуакамоле готов. А сейчас готовим яйца пашот. В миску кладем пищевую пленку. Смазываем маслом. Добавляем соль.
Специи. И яйца. Собираем. Отправляем в кипящую воду на 4 минуты. Достаем и кладем в холодную воду на 2 минуты. Нарезаем хлеб на кусочки и жарим на сухой сковороде. Как вы уже заметили, здесь все очень просто. Порезали, положили, посолили, поперчили и готово. А сейчас сервируем второе блюдо.
Вот и второе блюдо готово. Вот такая красота у меня получилась. Желаю всем приятного аппетита!